Друзья, смотрите сегодня, какое море у нас бушующее. Видите, девушки две, женщины пошли, и курицы прибежали, собаки прибежали. Но вернемся к морю. Смотрите. Море сегодня бушует, запах вообще стоит такой. Уф, не смог мимо проехать, вам не показать, друзья. Еду на съемки сейчас квартиры, буду вам еще одну квартиру по интересной цене показывать в Кистеле. Всех прошу не забывать ставить лайки, пишите комментарии, делитесь этим роликом, подписывайтесь на канал. И всем приятного просмотра. Поехали! Приехал за Эльмирой. Эльмирина вторичка, Эльмирина перепродажа. Вы, кстати, друзья, если у вас есть какая-то продажа, тоже можете смело писать, разместим группу, можем снять видео по вашей квартире. Вот. Что касается вот этого жилого комплекса, здесь, по-моему, в этом блоке осталось две квартиры, и там две квартиры, там блок Б есть еще. А у нас, кстати, есть видео про этот жилой комплекс, про квартиру Эльмиры. Сейчас ссылка появится в правом верхнем углу вашего экрана. Здесь у них будет фитнес, 350 метров до моря, там Махмутлар. Классный жилой комплекс. Смотрите, кому интересно будет. Итак, друзья, мы уже вышли из машины. Эльмира, поздоровайся. Всем привет. Вот он наш жилой комплекс. 250 метров до моря, тут совсем рядышком, это район Кистель. Район чем отличается? Малоэтажным строительством, он тихий, спокойный, здесь мэр живет у нас в этом районе. Что еще? Ты же жила в этом комплексе, расскажи да, нам. Да, я жила здесь около 3 лет. Ага. Очень мне понравилось здесь. Вся инфраструктура, 5 жилых блоков, ага. Планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Но угу. На сегодняшний день все квартиры проданы, осталась только квартира от собственника. Перепродажа, да? Да, 2 квартиры. Угу. Одна квартира на первом этаже, что мы вам сегодня покажем, есть квартира на 3-м этаже. Угу. Эти квартиры продаются полностью с ремонтом, с мебелью, с бытовой техникой, то есть полностью подготовлены квартиры. Под ключ. Под ключ, да. Александр, кстати, подписчик, которого мы снимали, тоже сюда заехал изначально, да, здесь чуть-чуть недельку, наверное, пожил. Я даже был в гостях здесь где-то у них. Ну, в общем, так-то район мне, в принципе, понравился. Видите, здесь какие комплексы, все новые, все красивые, все новостроечки. Вот этот от нашего, да, застройщика, получается, жилой комплекс, нет. В котором я живу, от Crystal Nova, нет? Это да. Да? Это и вот этот, скорее всего? Да, застройщик. Они все похожи, да. В принципе, вы сейчас увидите, даже территория будет схожа. Но здесь у них огромный просто летний бассейн. Ну и территория тоже классная. Сейчас увидим. Итак, мы заходим на территорию. Здесь справа у нас КПДЖ сидит. Охранник, консьерж, садовник. Все на свете. Это не Елена, это моя Рустам. И вот такая вот здесь красота на территории комплекса. Эльмира правильно уже сказала, комплекс состоит из 5 блоков. Сразу вам хочу показать летний бассейн. Подошла вот Эльмира, сразу поясняет, что у нас квартира в этом блоке, который посередине. И видите, первый этаж, там у него будет небольшая своя терраса, да? Угу. Как говорит Эльмира, свой сад. А я предлагаю показать пока инфраструктуру. Снимаем уже второй раз этот комплекс. Как всегда, наверное. Закрыто, да? Налей. Да, надо КПДЖ просить, чтобы он открывал. Ну, мы не будем его беспокоить пока. Так, здесь что у нас? Мы там не помешаем вам? Ну, например, там, например. Не помешаем? Так, здесь у нас зоны отдыха, бильярд, даже 2 стола. Хоккей, вот эта зона для игры в PlayStation, теннисный стол. Вот отсюда мы можем, да, показать. Здесь небольшой ресторан, который будет летом работать. Все это летом откроется. Здесь, то есть, будут напитки всякие. Ну, в принципе, все так же, как у нас.
музыка будет играть, там будут шезлонги на всей территории. Эльмира, так все было летом? Так, так, и там небольшая детская зона. Опа, видите? Так, и пойдемте вам покажем спа-комплекс. Да, вот эти, видите, здесь все вот эти, как их правильно назвать-то? Короче, вот это окно все открывается, здесь барка, вон там, видите, открывается. Здесь продают пиво, прохладительные какие-то напитки. Вон, видите, Jim Beam с Jack Daniels даже стоят. Мы идем дальше. Смотрите, какая вообще живописнейшая такая территория, классная, красивая, зеленая. Вот кто хотел такую зеленую территорию. Все тоже сейчас чистят, подготовят. Да, все подготовят, вот там будет, как его, блин, назвать, водопадик такой маленький, там водопадик, все будет классно, красиво. Ну, в принципе, даже сейчас уже все очень. А вот здесь детская зона и сразу же зона барбекю, то есть у вас тут могут дети играть, бегать. Ну, в принципе, у нас как вообще? Спокойно мамочки вообще своих детей отпускают, они бегают, территория закрытая, то есть тут КПДЖ за ними присматривает, никто посторонний не зайдет, сами дети тоже не выбегают. В общем, спокойно отпускают, а они весь день тут бегают, короче, везде все ломают. Вот, видите, зона барбекю, здесь можно жарить шашлык, и у вас тут дети купаются, не знаю. Да, здесь, кстати, теннисный корт настоящий. Смотрите. Вот он, красавчик. Большой, прям настоящий. У нас маленький, а здесь прям хороший. И баскетбольное кольцо. Можно баскетбол покидать. А здесь аквапарк. То есть это тоже все включается. Там маленькие такие ручейки будут сверху бить, да? И можно тут вообще веселиться. Вот это души такие. Также, да, на территории растут апельсины, оливки. А где? Где оливки? А, да? Оливки, апельсины. Ну, задний дворик там, да, садик небольшой. О, смотри, разбили, видишь? Вот от ветра. Может быть. Так, ну и мы заходим в спа-комплекс. Или не заходим? Нет, заходим. Так, здесь зимний бассейн с подогреваемой водой. Но мы в этом плане побеждаем. У нас вот этот бассейн побольше. Так, видите, температура воды 31 градус. Вообще тут жаришка. За комплексом очень хорошо ухаживают, то есть строительная компания ведет полное управление. Мне кажется, у нас лучшая вообще вот эта управляющая компания. У нас тоже там все очень, как новый комплекс. Все удивляются, заходят, что ему 5 лет уже. И смотрите, фитнес-зона, но она прям большая. Не знаешь, не на для галочки. Есть такие прям 4 на 4. Небольшой фитнес. Так, health center. Это хамам. Сейчас Эльмира включит свет. Видите, сразу понятно, что здесь жила. Все знает. Ага. Так, такая здесь красота. Солевая комната, сауна, большой, смотрите, какой хамам. Сейчас, кстати, все стали меньше, да, заметила, делать. Ну, хамам такой небольшой, вообще инфраструктура такая маленькая. Здесь еще старое, доброе, все большое, все классное. И площади у квартир, да, хорошие, здесь большие. Комплекс 5 блоков все-таки, 5-этажных. Угу. Тоже учительница. Так, ну, сауна большая, кстати, больше, чем у нас. И солевая комната. Ты сидела в солевой комнате? Да, конечно. Полезно? Опа. Угу. И это еще, да, вроде бы как не все. Массаж rooms and relax rooms. Ну, в общем, массажный кабинет вы можете массажиста пригласить самостоятельно, либо подойти к КПДЖ, сказать, я хочу вызвать массажиста, он вам поможет в этом деле. Вот, там дальше массажная комната. По инфраструктуре комплекса все, и мы отправляемся в квартиру. Хочу обратить ваше внимание, видите, душ даже вот заморочились, вот такой душ сделали. Не просто обычный душ, а видите, в форме такого дерева, чтобы все смотрелось гармонично, да? Да, очень мне нравится от этого застройщика комплексы. У нас уже много моих подписчиков живут в нашем прям ЖК.
Живу я в Crystal Nova. Ну и вот этот, видите, комплекс тоже такой же классный, как и наш. Так, вот эта квартира. А, вот он свой сад. То есть вот этот кусочек, это ваша территория, да? Пока идем в квартиру, хочу сразу, наверное, пояснить, для кого вообще интересно это предложение. Скорее всего, как мне кажется, больше такие жилые комплексы, вообще, в принципе, район подходит для ПМЖ, да, для постоянного проживания. Ну, постоянное место, да, место. То есть жизни. Подальше от вот этого туристического всего там сумасшествия. Также здесь очень хорошо квартиры в аренду. В аренду, да, ну, потому что все-таки море рядом, да? Море рядом, центр города. А что касается вот всяких магазинов, ты куда вообще ходила? Рядом есть? Здесь буквально в шаговой доступности, 200-300 метров от комплекса. Имеются такие магазины, как BIM, Migros, ну и маркеты различные. А что еще надо для жизни, получается? Что школа русская здесь. В Кистеле, да? Да. А, кстати, да, даже, да? Школа, да. Школа. Университет, Кейкубат. Больница, получается, поликлиника ближайшая у нас в моем районе, оба через район, получается, через Тосло. Через район, да, 10 минут езды. То есть Кестель – это район, такая золотая середина между, если сравнивать все районы города Алании. Ну и он считается немножечко таким премиальным, что ли. Премиальным, да. Здесь недвижимость более в цене. Ну все, пойдем посмотрим. Итак, подъезд. Здесь нет ничего лишнего, нету там всякой вот этой позолоты. В принципе, я не знаю, мне больше нравится вот такой стиль, когда ничего лишнего, минимализм. Здесь это что такие? Лучшие КПДЖ района? Это работники. А, лучше. А, это кто сейчас обслуживает данный жилой комплекс? Так, лифт, и мы едем на первый этаж. Мы, конечно, могли подняться пешком. Но покажем вам красивый лифт. Квартира номер 2. Двери, видите, даже такие же, как у меня в жилом комплексе. Квартира, в общем, полностью упакована. Готова для проживания, готова для сдачи в аренду. И, кстати, Эльмира даже говорит, что уже есть аренда. Готовые арендаторы. Арендаторы. На новый сезон. На новый сезон, да. В среднем где-то 1000 евро в месяц стоит в сезон посуточная аренда. Итак, вернемся к квартире. Смотрите, сразу справа мы видим удобненький встроенный шкаф. Здесь, видите, небольшой коридор, то есть небольшая прихожая. Мы не заходим там сразу на кухню, как часто бывает, что очень неудобно, на мой взгляд. И что мы видим? Кухня-гостиная с выходом на балкон. Здесь спальня. И справа у нас санузел. Давайте теперь поподробнее. Дверь закроем. Видеодомофон. Так, здесь, видите, даже фен есть, стиралка. В принципе, вообще, да, все готово. Это у нас бойлер проточный, душевая кабина. Видите, все в таком хорошем очень состоянии. Так, двери вообще все точно такое же, как у нас. Прям все родное. Да, отделка похожа. Так, проходим сюда. Вообще, да, все то же самое. Здесь у вас посудомоечная машина, духовой шкаф, газ. Газ здесь работает как, друзья? Перевозишь пропан, то есть вам привозят, покупаешь. Ну-ка, сейчас, Эльмира, вот он, видите, стоит. И все, и у вас есть газ в плите. Холодильник. Наличие кондиционеров. Кондиционер, да, в каждой комнате. Телевизор, пожалуйста. Здесь вот это все раскладное. Ну и, соответственно, выход на... Вот этот огромный балкон. А, здесь чуть-чуть, видите, не прибрано. Ну, уже новый собственник пусть подметает, да? Такой вот здоровенный балкон. Да, был что-то у нас ветерок вчера. И вот она, терраса. С Эльмирой стоим, обсуждаем, такие, как же вот полезно использовать вот это пространство. Что-то, честно говоря, я не могу придумать. Если у кого-то есть идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, единственное, что, как бы, покупался в бассейне, да, и вот здесь, вон, через тот уголок можно прямо к себе домой зайти, что я считаю удобно. Если есть еще какие-то идеи, пишите. Будем читать, будем отвечать. И вот такой вот у вас классный вид с балкона. Так, ну и давай в спальню. Посмотрим.
Аккуратно. Так, даже микроволновка есть, чего мне очень не хватает нынче. И вот такая вот, смотрите, очень такая уютная, в теплых таких тонах спальня, тоже с выходом на балкон. Слушай, а как же это? Ну, будет сильно шумно вот здесь летом? Ну, здесь такого такового шума нет. Ну да, дети купаются, ага. Но горки работают по... Выходным? Нет, по часовым, ну, в отелях. Ага. То есть не круглосуточно это все работает. Ну. То есть здесь определенные... Ну, то есть днем веселуха, да? Да. А вечером уже все как бы выключается и уже спокойно можно все жить. Все на позитиве, отдыхают, загорают. Как у вас тут в целом атмосфера в комплексе? Очень хорошая. Есть вот этот, знаешь, есть такие пустынные просто комплексы, где приезжаешь, такой один чувак на этаже здесь живет. Здесь как у нас, да? Довольно-таки заселенный. Заселенный. Угу. Да, все больше и больше покупают квартиры в этом комплексе уже практически. Ну, я как говорила, не осталось, только продают квартиры от собственника. Угу. Так, ну все, да? Да. Осталось только цену назвать. Цена за эту квартиру у нас 70 тысяч евро. А, кстати, друзья, кто хранил сбережения свои в рублях, тем я, конечно, сочувствую. Кто купил, успел квартиру в Алании, они вот такие радостные, типа, купили, ну, относительно рубля, у них же цена за квартиру выросла. Но обещают вообще, что у нас доллар... Рубль будет, доллар, в общем, по 100 рублей, кто-то говорит, вообще по 200 рублей. Поэтому еще пока не поздно, можно, грубо говоря, заскочить в этот последний вагончик. Да. Вот. Ну, можно очень дальше продолжать цена, ждать. Соотношение качества. Да, не храните деньги в рублях, лучше вот недвижимость не храните, желательно, чтобы она в евро у вас стоила. Вот. Что касается цены за эту квартиру, 70 тысяч евро, это вообще вполне адекватная цена. У нас тоже 70 тысяч в нашем стоит в обе. От застройщика 2 вот эти плюс 1 по 100, по 120 тысяч евро. Ну, нынче такой ценник. Не пишите, пожалуйста, что чем больше риэлторов, тем дороже квартира. Я всегда говорю, ну что за чушь? Вы же не вините продавца помидоров на рынке, что из-за тебя цены на помидоры вырастают. Просто есть спрос, соответственно, ну, цена растет. Хозяин покупал эту квартиру на стадии строительства. Mm-hmm. Сейчас он просто захотел купить квартиру планировкой 2 плюс 1. 1 плюс 1 для него это маленькая квартира, потому что он с детьми будет приезжать сюда. Mm-hmm. И, да, короче, он увидел, что Эльмира купила себе 2 плюс 1, да. И такой, блин, я тоже хочу. И хочет больше площади, то есть 65 здесь? Квадратных метров для него мало. Уже мало, да? Уже мало, пусть да. Приезжает в Сочи в 20 квадратов. Это было очень хорошо. Здесь, кстати, да, 65 квадратных метров площадь этой квартиры. Ну, в общем, все. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте лайк, сейчас номер появится у вас на экране. Кто хотел квартиру в таком зеленом классном комплексе в районе Кестель, рядом с морем, то есть со всей мебелью упакованную просто либо для аренды, либо самостоятельно жить можно, также можно приезжать для отдыха. Ну, в общем, квартира универсальная, да? Да. Звоните, пишите, буду рад вам ее показать. И также мы с Эльмирой покажем вам еще альтернативные всякие варианты. У нас очень много всего-всего для вас. Все, всем пока, до свидания. Пока-пока.